На опять рассвета встречу. В предыдущем клипе уже указал причину. Вот у нас в Сосновом Бору сегодня, 3 августа, рассвет начался 4 часа 50 минут. Вот только облачность на небе не позволяет его сейчас увидеть. В принципе, через какое-то время должны краешки облаков все-таки порозоветь. Подождем, пока клип снимаем. И заснуть не помогают мне. И заснуть не помогает ни пустырник мне, ни валерьянка. Что поделаешь, клипы в общем, что любовь, дар прекрасное увидеть. Я записывать тогда лишь прекращу. Когда этот свет я покину, и надеюсь, годика хотя бы еще два. И не дребезжать продолжит моя шарманка. Нет, не видно нигде на боках свидетельств рассвета. Весь горизонт, потому что ими закрыто.